Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать, нет, не выживание Нубика, а в новую серию Угадайка, потому что вы могли подумать, то, что я нахожусь в плоском мире, и сейчас я буду корчить из себя Нубик, нет, новая карта, новая серия от моего нового подписчика, который построил ее для меня. Карл Танасогла, карта от Карла, ты это понимаешь, Карл, карта от Карла. Новая серия Угадайки, ребятки, спасибо вам огромное, и тебе в том числе огромное спасибо за то, что ставил лайкокос на предыдущую серию Угадайки, потому что эта серия выходит только благодаря тебе. Вы знаете то, что я не люблю не доить корову, а дергать кота за причиндалы, поэтому мы сразу же будем начинать. Если ты не знаешь, в чем заключается суть этой рубрики, можешь посмотреть предыдущие серии, ссылочка на предыдущие серии есть в описании. И также можешь построить для меня какую-то крутую карту, загрузить ее в группу ВКонтакте. Также ссылочка на группу ВКонтакте и на ту тему, куда нужно скидывать карту, есть в описании. Заходи, загружай, я обязательно пройду твою карту. Вот прям обещаю. Три комнаты, в каждой комнате есть загадка. Я должен по буквам угадать, что Карл в этой серии хотел мне построить. На эту серию ты также можешь лайкос огромнейший влепить. Я уже буду посмотреть, что он тут мне построил. Набираем 35, давайте 25, окей, 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия Угадайки. Поэтому не будь сракой в очках. Поставь лайкос. Хорошо, здорово. Он мне ничего не горит. Окей, здесь у нас есть игра. Что подписчик Карл загадал мне в первой комнате? Есть игра... Пришелец, аккуратнее, что у тебя с башкой? Я куда, на инопланетную станцию попал? К хищнику, к чужому? Что это такое? А почему там головы наверху? Тут явно... ПК. Ага. То есть это комп. Тут явно пришельцы имеют дело к этому. Почему здесь везде головы? У меня такой вопрос. Автомат. Ножик. Автомат со скином лука. Гейб, ты новый скин в CSGO загрузил за 5000 баксов. Это какая-то игра. Есть автомат, есть лук. Атомная станция. Атомная станция. Давайте мы возьмем подсказку буквами. Воу, аккуратнее, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я правильно посчитал? 7, смотрите, что подписчик мне достроил, как это, мать вашу, такие команды умеете использовать, даже я не умею. 7, атомная станция, какая-то игра, у меня есть автомат, у меня есть Counter-Strike, нет, это не гонки, это просто я так думаю, у меня в голове просто сейчас звук такой... Берем подсказку, первая буква. В. А, то есть это на английском, да, называется? Игра, которая начинается на букву W, не В, а W. Атомная станция. Я знаю Сталкер, атомные станции, что, где есть еще. Fallout, возможно. Подождите. Где есть вообще там Чернобыль какой-то? Дейзи. Окей, давайте вторую подсказку возьмем, потому что слишком сложно. Вулфенштейн. Вар... Да подожди, чё? Вар... Фрей... Ребята, я ни хрена не понимаю, какая игра! Есть иг... В. W, точнее. Игра, которая начинается на W. Я ни разу в такую игру не играл. А если я играл, то я забыл. А если я забыл, то я дебил. Вар. Какой есть вар? Вар и потом что-то. Или может это не вар. Но если игра начинается на W, я почему-то уверен, что это вар. Есть игра такая Warframe. Я в нее ни разу не играл, но тут не помещается Warframe. Тут помещается варф... Какая игра? Варф... Warface! Та-та-та-та-та-та-та! Не играй, пожалуйста, никогда в Warface, удали эту игру с компа. Но! У меня больше других вариантов вообще нет. Подсказки я уже две использовал. Атомная станция, есть автомат, есть ножик, игра. Я не понимаю, почему здесь есть головы. Я больше склоняюсь к тому, что это какой-то сталкер, но хорошо. Окей, давайте мы переименуем. Warface! Чтобы вы понимали, эта карта называется Эдисон никогда не пройдет. Какой, мать вашу, самоуверенный подписчик? Ты очень самоуверенный. Молодец. Но смотри, первый уровень, я надеюсь, то, что я прошел. Warface. Будем надеяться,
то, что все хорошо. Окей, молодец, подписчик, Карл. Карл, как в «Ходячих мертвецах», сразу призываем к следующей комнате. Это какие-то гонки, 100%. Это, возможно, Need for Speed или это Форсаж. Окей, давайте берем бумажечку и сразу... Ты чё, дурак? Три слова? Четыре слова? Подождите. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И ещё одна... Да ты охренела, наверное. Да подождите. Ну здесь есть какие-то гонки. Чувак, стой, верни. Стой, верни. Ха. Стой, верни. Какая-то скоростная машина. А это какой-то запорожец. Какой-то лашпед, у которого что-то украли. Что ты украл у него? Совесть? Деньги? Маму? Дочку? Жену? Девственность? Как я. Я же мастер. По забиранию девственности. У донатеров, я имею в виду. Не подумайте ничего лишнего. Окей, давайте возьмем первую подсказку. Это явно какая-то Формула-1. Почему у тебя все называется на английском? Я... Окей, давайте сразу вторую. Пять. Grand Theft Auto... Да, 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 да! Тут я тебя просто, знаешь как... На изи вздрючил. Grand Theft Auto 5. А, сейчас бы вспомни, как она пишется. Grand Theft... Theft... Как, мать вашу... Theft... Не thank you, не thank you, а thank you. Надо начинать с и заканчивать ф. Thank you! Так гуцулы разговаривают. Thank you! Так дебилы разговаривают. Нужно говорить как истинный англичос. Thank you. Начиная с, заканчивая F. Thank you. Уроки английского языка от Эдисона. Я похож на сексапильного учителя? Сефт Ауто Ауто 5. Опа! Я еще раз напомню, если я угадаю две из трех комнат, значит я выиграл у подписчика. Если я угадаю одну комнату из трех, значит я проиграл. А если я угадаю три комнаты из трех, значит Карл. Я бы сказал то, что ты лошпед, но я не хочу обижать своего подписчика, просто небольшой лошок. Третья комната. Оп, 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 оп. Сколько букв нужно... Угу. Это какой-то троллинг, это какие-то прятки, как я понимаю, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Подождите. Троллин... Есть какой-то дом. Ну, так, здесь земля, здесь мертвые кусты, здесь ТНТ, здесь земля, здесь земля, здесь... Это какой-то опять нубик, какой-то профессионал, кто это? Е. Почему у тебя все на английском, я не могу понять. Это троллинг или это выживание? Let's play... Нет. Нет, троллинг не подходит, выживание тоже не подходит. Не, мне кажется, зомби... Подождите, куча ресурсов. Что здесь есть? Здесь ни хрена нет. Куча ресурсов, куча сундуков, есть какой-то тайник сзади дома. Ребят, что это может быть такое? Сразу. Первые три буквы, потом Э, потом два пропуска, потом А, и потом еще два пропуска. Это опять какая-то игра, я не знаю. Форест. Форест. О, Форест подошел бы, но потом еще три какие-то буквы. А, и еще что-то. Форест С. Форест или Раст, Рафт. Какие есть выживания? Я не знаю, почему я вообще взял то, что это выживание, но что-то похожее. Прятки, как ки-ки-ки-ки-ки. Кики.
Do you love me? И-пи-пи-пи. Мне кажется, почему-то то, что я этот уровень не смогу пройти, потому что он слишком сложный какой-то. Не зря же карта называется Эдисон. Не сможет пройти. Ребят, кто не видел предыдущую серию, я буду очень сильно рад, если вы посмотрите. Надо мной прямо сейчас появится подсказочка, потому что после этой серии тебе явно станет скучно жить на этой планете. А со мной никогда не скучно. Тыкай, тыкай, тыкай и смотри предыдущую серию, которая вышла совсем недавно. Угадайки. И я обещаю то, что если на этом мы наберем 30 тысяч лайков, то также выйдет следующее. Я не знаю, ребята, я вообще не представляю, что это может быть такое. Это 100% опять какая-то игра, потому что у него везде, в каждой комнате были какие-то игры. Только я вообще не понимаю, что это может быть. Forest Paper, я не знаю. Окей. Третий уровень, пропуск. Хорошо. Фух, а сейчас пришло время смотреть на результаты. Первый уровень. Варфейс! Да! Да! Ну, здесь было очевидно, потому что, ну, как бы, Вара начало, потом F, а я только одну игру знаю, которая вот так начинается. Варфейс. На, держи свою бумажонцию. Здесь 100% я уверен, то, что это GTA 5. Здесь даже мне не нужно никаких подсказок. Сложное какое слово. GTA 5, короче! GTA 5! Хорошо. То есть это Франклин, да? Это типа какой-то Майкл или кто там. Ну точно не Тревор. Да нет! Это реально был просто Майнкрафт! Я играю в Майнкрафт, и я не смог угадать игру Майнкрафт! Ядрён батон. А все, я угадал. Вот смотри, у меня есть до сих пор еще бумажечка, которую я не выложил. У меня опыта нет. Собака, ладно. Ты меня вздрючил на третьей комнате. В третьей комнате. Но зато в двух остальных я тебя выдрючил. Слушай, Карл. Хорошая карта, мне очень даже понравилась. Я не понимаю, как я не смог угадать Майнкрафт, играя в Майнкрафт. На карте Майнкрафт, от подписчика, который играет в Майнкрафт. Это еще раз доказывает то, что Майнкрафт сложная игра. А мы, ребятки, прямо сейчас уже будем заканчивать. Я очень сильно рад, и мне очень сильно нравится записывать эту рубрику. Поэтому, если ты хочешь продолжение, если ты хочешь видеть новую часть, я буду только рад. Если ты поставишь лайкокос, набираем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия. Поэтому, как обычно, как всегда, все зависит от тебя. Ставь лайкусик, не ленись, подпишись. Окончание этой рифмы придумай в комментах, потому что у меня в голову больше ничего не лезет. Спасибо, Олечки, огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока!